Чуть больше месяца назад вдоль дома Ольховая 2 и Ольховая 4 было произведено благоустройство проезжей части. Местные жители этого очень ждали, ведь асфальт здесь не менялся почти 15 лет. Это срок, когда сдавались эти дома. Рабочие уехали, а вот разметку нанести, кажется, забыли. По правилам дорожного движения разметка обязана быть. А у нас одно сделали, второе, то, что нужно и необходимо по закону, по всем правилам, не сделали. Вот и все. Обязательно должно быть. Большой популярностью в микрорайоне пользуется этот пешеходный переход от Ольховой 4 к 9 школе. Но вот, как видите, водители не замечают знака. Однако же движение здесь повышенное. Ходят дети, мамы с колясками. Они выскакивают из-за автомобилей, которые здесь припаркованы. Разметки нет. А ведь именно она привлекает большее внимание водителей. Здесь дети ходят со школы, с детского садика, поэтому нужно обязательно полос поставить. В связи с заменой асфальта ситуация с нанесением пешеходной разметки в микрорайоне действительно стоит очень остро. Ведь все это может привести к печальным последствиям. Я считаю, что это, во-первых, это городская администрация. Там есть отдел безопасности. Я думаю, что это на них надо возложить. Это к ним претензии должны быть. А мы, конечно, да, подвергаемся. Потому что здесь очень такой оживленный переход. И вы знаете, я часто замечаю дети. Это очень опасно. И здесь то же самое. То же самое. Иногда бывают и водители невнимательные. И мы сами тоже, откровенно говоря, идем, но пешеходники надо сделать. А здесь, на пятачке между городским рынком и сетевым супермаркетом, ситуация давно вышла из-под контроля. Едут все как могут. И автомобилисты, и пешеходы справляются на свой страх и риск. Асфальт поменяли около 3 недель назад. По традиции пешеходный переход, конечно, не нарисовали, а вместе с тем не нанесли и полосы движения. Нет ни сплошных, ни прерывистых. Кто куда едет, как должен себя вести. Надеемся только на сознательность всех участников движения. По району дежурили Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.